В интернет-магазине героя проекта «Дари добро» Толи Катсона появились новые сувениры – чайные наборы и коврики для компьютерной мыши с его рисунками. Напомним, наш проект, цель которого – помочь этому мальчику с диагнозом ДЦП, стартовал 2 месяца назад. За это время уже сделано заказов на сумму около 300 тысяч рублей. Есть даже индивидуальное обращение. К примеру, предприниматель из средней полосы России захотел, чтобы рисунки Толи были на сувенирной продукции его фирмы. Деньги нужны на реабилитацию ребенка. Родители Толи стараются собрать нужную сумму и поставить сына на ноги. В будущем они планируют расширить ассортимент интернет-магазина. Появятся и новые рисунки. Все работы Толи – это полет его души, магия детского творчества. Новые рисунки. Но Толик, все, он отдохнул, вышел на занятия, уже творит что-то. Не признается, что он рисует, но говорит, вот увидишь, получится, скажешь. Он 2 раза в неделю в студии занимается и что-то рисует. Занимается он один на один с преподавателем, никого туда не пускают, поэтому сам процесс нам недоступен, творчество. Мы заказали сейчас новые сувениры, заказали чайные пары, заказали коврики для мыши. Вот, чайные пары уже почти практически изготовлены, коврики для мыши будут на следующей неделе. Дела у Толи хорошо. У нас запланировано несколько мероприятий таких знаковых с Толей. Мальчика будут поддерживать, скажем так, некоторые спортивные коллективы города, некоторые творческие коллективы, даже страны будут поддерживать мальчика. И вот со всеми, с кем мы связываемся, да, кто-то сам на нас выходит, все хотят как-то поддержать Толю. Ну и какие-то вот мы такие перформансы придумаем. Буквально вот завтра в эфире уже появится сюжет о первом из них.